Шеф-повар Максим Григорьев. Домашние хлебцы. На полках супермаркетов сейчас можно найти широкий ассортимент готовых хлебцев. Хлебцы по-домашнему просты в приготовлении, вы можете добавлять в них любимые специи, семена и комбинировать разные виды муки. Время приготовления – 20 минут. Ингредиенты. Вода 125 мл. Кунжут белый 2 столовые ложки. Кунжут черный 2 столовые ложки. Лен в семенах 1 столовая ложка. Масло оливковое Extra Virgin 60 мл. Орегано сухой 1 чайная ложка. Сималина 250 грамм. Соль морская 1 чайная ложка. Шаг 1. Чтобы приготовить домашние хлебцы, нужно взять сималину или муку грубого помола, кунжут белый и черный, семена льна, орегано, морскую соль, масло оливковое, воду. Шаг 2. Муку сималину 250 грамм просеять. Добавить соль морскую 1 чайная ложка, орегано 1 чайная ложка. Перемешать. Шаг 3. Добавить кунжут белый 1 столовая ложка, кунжут черный 1 столовая ложка, семена льна 1 чайная ложка. Перемешать. Шаг 4. Добавить к сухой смеси оливковое масло 60 мл и воду 125 мл. Шаг 5. Замесить тесто. Разделить его на третьи части. Шаг 6. Каждую часть раскатать как можно тоньше между двумя листами пергамента. Шаг 7. Разрезать тесто на полоски 3 см на 15 см. Шаг 8. Разложить полоски по пергаменту на противень. Смазать поверхность полосок небольшим количеством масла 1 столовая ложка. Посыпать крупной солью, по желанию. Поставить противень в горячую духовку. Запекать 20 минут при температуре 180 градусов Цельсия. Шаг 9. Готовые хлебцы вынуть. Остудить. Шаг 10. Подавать хлебцы к обеду или на перекус. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.